Привет, друзья! С вами YouTube-канал Садового центра Арония. Сегодня мы будем обрезать катальку. В прошлом году эти растения пришлось обрезать довольно радикально, так как они были запущены, и размах кроны представлял угрозу ветровала или обламывания при сильном дожде. Поэтому мы их обрезали практически на основные проводники. Тонкого ветвления на них не оставалось. И без полива за прошлый год выросла довольно равномерная длинная поросль. Ввиду того, что прирост получился равномерный, без перехлестов и практически одинаковой длины по всей окружности, мы можем в этом году немножко изменить схему обрезки и сделать своего рода поларинг. То есть мы рассечем потоки питательных веществ еще сильнее, чтобы прирост новый уже был и гуще, и короче, чем тот, который вырос в прошлом году. Для этого мы на каждой однолетней ветке оставим по одной-две мутовки с почками, которые в свою очередь дадут от 3 до 9 побегов с каждой точки. Это обеспечит плотный шаровидный прирост по всему объему кроны, и при этом он будет не длинным, и по логике вещей дерево не должно чрезмерно перерастать даже при поливе. В прошлом году у нас оставалась, вот к примеру, эта ветка, заканчивающаяся вилкой с небольшими оконцовками. Теперь на них выросло множество хороших побегов. В этом году мы просто укоротим каждый из этих побегов на 1-2 мутовки. Лишние куски удалим. Слишком слабые побеги удалим полностью. Те, которые не создают загущение, высечем тоже целиком. Вот вы видите обрезанный сегмент. Получается достаточно простая схема обрезки, технически легко исполнимая. И в конечном итоге, я надеюсь, будет очень хороший внешний вид. Примерно 10 минут работы, конечный результат из каркаса дерева, который представлял собой разветвленный на несколько шлангов мощный водопровод, мы сделали брызгалку, которая распылит корневые потоки на множество новых молодых побегов. И эта зеленая радуга будет сиять и радовать окружающих. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Согласитесь, достаточно эффектно и насыщенно смотрится даже без листвы экибана своего рода.